Сегодня мы находимся на Витебском городском открытом турнире по образовательной робототехнике «Витбот». В этом сезоне уже порядка 36 команд и больше 50 человек-участников. 5 номинаций. 3 номинации робосумо 20 на 20, это размер роботов 15 на 15 и 10 на 10. Еще одна номинация шагайка. Это такие прикольные шагающие роботы. В номинации очень много участников этой. Но его слышите аплодисменты, там у народа эмоции бьют через край. Кроссплатформенная траектория, там робот следует по линии. Вот. Эту номинацию привезли нам минские товарищи. Этого робота я собрал за неделю. Из особенностей у него вот это. Я бы ее так назвал мельница. Она выводит роботов из равновесия, и это помогает ему сталкивать. Вот тут расположен редуктор, который передает движение с вот этих вот моторов на вот эти вот колеса. У меня была тележка, и она была очень плохая, но робота все время поддевали. И поэтому я решила сделать для него защиту, чтобы его больше никто не смог водить ни с какой стороны. Это помогло? Очень сильно. Какая мечта у тебя есть в робототехнике? Что хочешь собрать такого? Ну, не знаю. Просто хочу помочь людям сделать робот, который будет им помогать. Подсчитываем групповой этап, и в плей-офф выходят 4 команды, которые будут сражаться между собой за уже первое, второе и третье место. В плей-офф вышли, по-моему, Дубровна, и вышли Карандашки из Гродно. И в Витебской команде две. А есть у вас какая-то мечта? Вот что бы вы хотели собрать? Искусственный интеллект. Как у Тони Старка. Зачем он вам нужен? Ну, он же может как бы и дома помогать, и на работу тебе собирать, и кушать готовить, все что угодно, поэтому вот. Ну, то есть цели благие. Конечно. Все на благо человечества. Ну, я бы пожелал детям ничего не бояться, сувать свой нос во все щели, исследовать мир, чтобы он стал лучше. Ну и, собственно, это главное, да? Следите за новостями на портале городвитебск.бай.